Одинцовские партийцы завершают проверку качества питания в школах муниципалитета. Проинспектировано уже 47 образовательных учреждений из 53. Контрольные мероприятия проводятся уже второй год в соответствии со стандартами, определенными Министерством образования Московской области и Роспотребнадзором, и рекомендациями регионального правительства. В проверке задействованы представители фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов. Также в работу комиссионных групп вовлечены родительское сообщество и общественная палата.